Вітаю, з вами програма «Мистецтво Дніпра», я Олена Хорошилова. Сьогодні у нас в гостях Павло Сидоренко, гітарист, викладач. Вітаю вас, Павло. Вітаю. Спасибі, що ви знову завітали до нас. Ви погодились і виконали свою обіцянку. Спасибі. І сьогодні ми поговоримо про сучасну музику. Давайте з трошки такого загального запитання. Які основні тенденції зараз присутні в сучасній музиці? Я знову буду відповідати російською мовою, якщо ви не проти. Это дуже очень широкий вопрос такой, да, потому что мы не ставим каких-то рамок жанровых таких. В поп-музыке одни тенденции, в джазовой музыке другие тенденции, в классической музыке другие тенденции. С какими-то жанрами, стилями я больше соприкасаюсь, с какими-то меньше, поэтому я скажу о тех, за которыми я слежу. Да. В джазовой музыке, мне кажется, тенденция смешения стилей. И я вижу какое-то больше формирование таких отдельных школ европейского джаза и американского джаза. Вот для меня это очень ощутимо. И в своей музыке я больше причисляю себя к лагерю такого европейского джаза. Там больше ощущается влияние классической музыки, может быть, влияние фолк-музыки какой-то и немножко другая манера исполнения. Для меня она ближе к классической музыке, то есть она более интеллектуальная, менее эмоциональная. Это все очень условно, конечно, это сложно. Вообще, как говорил Фрэнк Заппа, мне нравится эта цитата всегда, что говорить о музыке все равно, что танцевать об архитектуре. То есть это очень сложно. Начинаешь говорить и понимаешь, что это не совсем все так. Ну, в поп-музыке как-то вообще, я думаю, что музыка всегда отражает процессы, которые происходят в обществе в целом. Как вы можете сформулировать эти процессы, которые происходят, которые нашли свой выраз? Опять же, вот если я сейчас скажу очень как-то тезисно, да, это будет... Вы скажите тезисно, а мы подумаем, когда у нас будет трошки вольного часа. Я просто понимаю, насколько это широкий процесс, и выделить 2-3 каких-то момента, это просто значит упустить что-то важное еще. Давайте поговорим про экономию выразных засобов. Да, да, это происходит. В популярній музиці. Я бачила ваші блоги, де ви там теж про це говорили. Да. Береш інтонацію і працюєш над нею, показуєш її з усіх боків. Да, да. Є таке. Ну, от, наприклад, якщо говорити о поп-музиці, то, мені кажется, здесь сейчас больше происходит такое, как звуковой дизайн. То есть меньшее значение имеет мелодия, гармония, все очень упростилось, буквально 3-4 аккорда, 2-3 ноты. А все внимание перешло на тембры, на звуки, на ритмы какие-то, как это все сочетается. Да? Вот популярность там рэп, хип-хоп культуры, где очень скудные достаточно музыкальные такие средства выразительные. Да? Энергетика, подача, грув какой-то, вот это важнее. В поп-музыке это происходит. И в джазовой музыке все. Сейчас очень сложно отвечать мне на этот вопрос, потому что с приходом интернета, YouTube, такой объем информации. То есть ты, если вы меня спросите, скажем, там, назвать там, 5-10 исполнителей, которые там, на меня сейчас влияют, это очень сложно сделать. Если бы это было лет 10 назад, я бы легко сказал. Уже не было доступа такой к информации. Сейчас я каждый день узнаю по 10 новых имен очень серьезных музыкантов, которые, ну, достойны. Как вам кажется, они были? Это просто так информация? Інформація розповсюджується швидше, чи це і музикантів стало хороших більше, як ви вважаєте? Я думаю, що інформація розповсюджується, тому що талантливих людей завжди було багато. І з однієї сторони легше стало показати себе, да? Відзняв відео, загрузив на YouTube. Але з іншої сторони, ця конкуренція стала огромною, тобто виділитися як-то на фоні большого. Тобто мало записати хорошу музику, качественну, да? Її обов'язково потрібно донести ще до слухателя, і це дуже великих зусиль стоїть. Тобто якийсь промоушен такий, фото, відео, где-то там інтерв'ю, якісь сервіси виложити, тобто достучатися до слухателя стало складніше. Thank you.
Розкажіть, будь ласка, про ваше враження, від коли ви плавали на круїзному кораблі. Ага. Ну, ваші враження, ну, тобто я розумію, ви бачили багато цікавих місць, але мені цікаво про ваші музичні враження, ага, від співпраці з дірками, може там, з музикантами, да, інших, да, країн. Да, да. Я уточню, що я працював на круїзному кораблі в оркестрі, шоу-бенд, так і називаємо. Да? Тобто робота заключалась в тому, що в порту садяться артисти, ну, репетиція, і ми акомпаніруємо їм, от це так вкратце. І було дуже цікаво, опять же, дуже складно виділити, це був полугодовий контракт останній, дуже складно виділити якусь тенденцію. То есть были как музыканты очень высокого уровня, как бы и среднего уровня, и такого не очень уровня. И они могли быть и из Нью-Йорка, и из разных стран. Понимаете, как-то было много-много всего разного. Было интересно, например, там немецкие артисты, да, или из Ирландии, там у них свой национальный какой-то колорит, американцев там свой какой-то подход, у европейцев свой подход. Это была для меня очень интересная практика в плане моего подхода, насколько я должен быть гибким, как сессионный музыкант, и быстро включаться в ситуацию и давать то, что от меня требуется в данный момент, в данном стиле. Як ви можете охарактеризувати українських музикантів? Ви ж там були не один з України. Да, українських музикантів – це цікавий питання. Я на днях спілкувався з другом на цю тему. Те, що я бачу, зараз у нас відбувається. Очень талантливі музиканти самі по собі. Але я вважаю, що велика проблема в тому, що ми не вміємо організувати правильно процес. Вот этот промоушен или создание музыки, да, вот мы собираемся на репетицию, и в своем квартете я стараюсь все это брать на себя, то есть я готовлю ноты, готовлю какие-то записи, полностью все руковожу этим процессом, и мне кажется, что проходит эффективно более-менее. Зачастую я сталкиваюсь с тем, что люди, у них есть способность, есть очень много идей, но нет конкретного подхода, позиции, как эти идеи эффективно реализовать, понимаете, то есть как нужно правильно сотрудничать, распределять какие-то обязанности, как правильно готовить музыкальный материал, как правильно репетировать. Вот мне кажется, у европейцев, у американцев это все поставлено на поток, так, ну, как бы, само создание музыки на порядок выше. Чем вы это поясняете? Я думаю, что это такая славянская душа отчасти, знаете, это менталитет, и это я наблюдаю просто, почему я так считаю, потому что я это наблюдаю во всех сферах, не только в музыке. Все в каких-то общественных, там, вот я обращаюсь к какие-то организации, там, по каким-то бытовым вопросам, и везде примерно, то есть есть люди талантливые, способные, но везде немножко такое хаос, такое русское, и так сойдет.
На жаль, наша зустріч вже підходить до свого завершення. Що б ви хотіли побажати нам, нашій творчій групі, нашим телеглядачам, своїм майбутнім слухачам? Ну, всього хорошого. Я би хотів, звісно, посоветовать и пожелать. Я бы хотел пожелать, чтобы слушатели и вы старались быть счастливыми, имея то, что вы имеете в этой ситуации. Как бы я постоянно пытаюсь это делать сам, то есть не искать чего-то нового постоянно, а понимать, что эти вещи вокруг нас, они во многом зависят от того, как мы на них смотрим. И мы можем поменять своє мироощущення, просто змінив свій взгляд на них. От такої життєвої мудрості, я б бажаю. Вам дуже вдячна, спасибі. У нас сьогодні в гостях був гітарист, викладач Павло Сидоренко. Це була програма «Мистецтво Дніпра». Я Олена Хорошилова. Побачимось.